в ночь на 13 октября 1917 года, забравшись во двор дома по улице Саратовской, 84, воры сделали подкоп под дверь склада Шилова и Сидорова и унесли 16 черных муфт, 40 пуховых платков и несколько бурок и валенок. Общий ущерб от похищенного составил 6000 рублей. И это была уже не первая за последний месяц кража из этого склада. Кровь? А где ваш палец, позвольте спросить? И чей же это гусь? Как-то шли на дело. Выпить захотелось. А вот другим ворам, забравшимся в один из самарских дворов той же ночью, повезло гораздо меньше. Прельстили этих воров два огромные замка, которые висели на сарае Щипакина, владевшего небольшой бакалейной лавочкой. Забравшись в сарай, воры нашли там только дрова и собрались было убираться восвояси. Но караульщик услышал возню в сарае, поднял тревогу и задержал одного из громил. Этим случаем хозяин сарая Щипакин был сильно напуган. И на следующее утро, внимательно осмотрев запоры своей лавочки, зарядил охотничье ружье и сел под окном ждать гостей. Что-то ему подсказывало, что скрывшийся вор вернется, не может не вернуться. И предчувствие его не обмануло. Да, предчувствие не обмануло его. Ближе к утру Щипакин услышал какой-то шум на улице и пошел посмотреть, что там происходит. Уличная дверь была отворена, а у второй стеклянной двери стоял какой-то человек и ковырял ее гвоздем. Времени на раздумье не было. Да Щипакин и не раздумывал. Он просто поднял заряженное ружье и выстрелил. Громила упал, но к нему сейчас же подбежали двое его товарищей, подхватили его под руки и скрылись. При осмотре места происшествия были обнаружены следы крови, которые вели к дороге. Там следы обрывались. Вероятно, здесь громила был посажен на извозчика и увезен. Как удалось выяснить полиции, ни в больнице, ни к частным врачам с огнестрельными ранениями на следующий день никто не обращался. Сто лет назад Самара лузгала семечки. На завалинках и на рынках, утром, днем и вечером, перемывая косточки соседям и знакомым. Никуда не торопясь, никуда не опаздывая, считая барыши и копя добро. А в это время по улицам ходили громилы, как называли тех, кто был не прочь разжиться чужим, и высматривали, что и где плохо лежит. Так что сыскной полиции было не до отдыха. Едва удавалось поймать одного такого громилу, как уже нужно было ловить двух других. Ловили карасика, а поймали щуку. Именно так можно было бы рассказать еще об одной истории, произошедшей в Самаре 100 лет назад. Летом 1915 года при поимке некоего Кальянова, похитившего на железной дороге деньги, сыскная полиция выяснила, что этот Кальянов разъезжал по ресторанам в обществе некоего офицера Савушкина. Сыскная полиция заинтересовалась, не тот ли это Савушкин, которого уже давно разыскивал Самарский окружной суд. За то, что, выдавая себя за чиновника городской управы, он ходил по частным владениям, проверял планы и брал взятки. Расследование подтвердило, что компаньон Кальянова по кутежам и разыскиваемый Савушкин – это один и тот же человек. Было принято решение задержать его. Но в это время мнимый чиновник городской управы из Самары скрылся. 16 августа буйный офицер Савушкин
снова объявился в городе и был задержан полицией. Его отвезли в сыскное отделение, где он поведал следующее. Дескать, в прошлом году он отправился в Петроград и записался добровольцем в разведывательную мотоциклетную роту. Затем поехал на войну, где вскоре отличился. На бронированном автомобиле он врезался в ряды неприятельских солдат и погубил несколько рот. За это он был представлен к званию прапорщика. А совсем скоро он отличился еще раз. В одиночку отбил знамя у 159-го австрийского полка, за что был произведен в подпоручики. Под Перемышлем попал в плен, бежал, вернулся в свою роту и вместе с ней на голову разбил целый батальон неприятеля, за что его произвели в поручики и представили к золотому оружию. Именно так Савушкин рассказывал о своих боевых подвигах и в ресторанах, где кутил с разными дружками. Да если бы не эти тупицы-начальники, я бы уже голову свернул этим самым австриякам. Пьяные дружки согласно кивали головами и восторженно глядели в рот герою. Ну и что же, наградили вас золотым оружием, поинтересовался следователь. Нет, не успели, хладнокровно ответил тот. Я был ранен и вернулся в Россию. Вот как? И куда же вас, позвольте спросить, ранили? Вот, извольте видеть, меня ранили в руку, указал Савушкин на руку, которую он держал на перевязи. И даже ампутировали палец. Тогда следователь предъявил раненому герою фотографию 1913 года, где пальца у него уже не было. Савушкин смутился и ответил, что его ранили в ногу. После допроса в сыскном отделении Савушкин был отправлен к воинскому начальнику для проверки его рассказов о военных подвигах. Однако сразу проверить рассказы героя не смогли и, продержав себя час или полтора, отпустили на свободу. Правда, дня через два воинский начальник обратился в сыскное отделение с просьбой немедленно задержать этого врунишку, который занимал одну из комнат в сарепских номерах на углу Притеченской и Саратовской. Рано утром Савушкин был задержан и отправлен к воинскому начальнику, который распорядился немедленно всадить его на гауптвахту. Но в час дня стражи порядка с удивлением обнаружили исчезновение лжегероя, который сломал решетку и скрылся в неизвестном направлении, дважды обведя вокруг пальца и полицейских, и военных, которым оставалось только чесать затылки и удивляться его проворству. А Самара била морды. Зло, отчаянно, наотмашь. Заделай просто так. До первой крови и до потери пульса. Ради развлечения и в диком озлоблении. Голодная, полураздетая, пьяная. Воровала хлеб, ловила воров, мстила, встречалась и расставалась. А вот еще одному любителю легкой наживы уйти от возмездия не удалось. И он оказался за решеткой самарской тюрьмы. Это был молодой человек лет 20, бедно одетый, в лаптях, который обвинялся в краже своза битого гуся. Однако сам он себя виновным не признавал и утверждал, что гуся ему поручила донести до своей квартиры какая-то барыня, имени которой ни во время задержания, ни потом перед судом он вспомнить так и не сумел. Но это совершенно не мешало ему возмущаться, дескать, что же это такое происходит.
Господа хорошие хватают ни в чем не повинных людей, волокут их за решетку и заставляют признаться в том, в чем они невиновны, не вот настолечко. Однако главный свидетель обвинения, городовой Макаров, утверждал другое, что, услышав крики «гуся», «украли», он сейчас же увидел убегающего вора, взял извозчика и догнал его. Нашелся и хозяин украденного своза гуся. В последнем слове обвиняемый просил судью оправдать его, напирая на то, что он и так уже провел за решеткой 2 месяца. Однако, выслушав приговор, согласно которому он должен был еще 4 месяца провести в тюрьме, обвиняемый сильно разволновался и закричал: «Да вы все! Нет у вас правосудия!» Затем обвиняемый сделал обладвижение к свидетелю, но тут же был схвачен и выведен вон. Но уже на пороге он еще раз обернулся и крикнул: «Выйду из тюрьмы, перережу горло, так и знай!» Судья составил протокол. На этом слушании дело о краже битого гуся было закончено. Для чего существуют печали и страдает от них человек? Но для чего мы с тобой повстречались? Для того, чтобы расстаться навек. С вами был Михаил Перепелкин.